Это арена Истра, и прямо сейчас здесь проходит спортивный семейный фестиваль «Крещенские старты». В скорости, в ловкости и, самое главное, в сплоченности соревнуются мамы, папы и их любимые дети. Что ж, обещает быть интересным. Пойдем посмотрим. Запланировано 6 этапов. Значит, начиная с эстафеты, потом будет канат, вышибалы для взрослых, на ловкость, на меткость, на силу. У нас уже второй спортивный семейный фестиваль. В прошлый раз он проходил летом, в этом году он проходит зимой, но он традиционно ежегодный. В этом году мы его посвятили празднику Крещения, Крещенские старты. Основная цель – это сплотить семьи и дать возможность семьям провести время вместе. Мы не будем сидеть дома перед телевизорами, перед нашими драгоценными гаджетами и так далее. А проводим весело, дружно и, главное, все вместе. Естественно, чем будет больше праздников, которые будут затрагивать семью, да, то это будет лучше. Семей, 60 участников, 6 спортивных испытаний. Как вы думаете, кто победил? Ну, конечно же, все, кто в этот выходной день собрался дружной семьей, чтобы весело и активно его провести. Максим Рыков, Максим Барышев, Истра РФ.